Ребята, всем привет! Сегодня я хотел бы вместе с вами снять краткий обзор на перфоратор марки PIT. Модель данного перфоратора PBH24D. Мощность перфоратора идет 800 Вт. Патрон стоит 24 мм. Преимущество данной модели, что отлично подходит для профессиональных анкерных работ. Также у данного перфоратора есть предохранительная муфта, буксы SDS+, автомат и шнур питания идет в резиновой изоляции. Обратите внимание, что китайский производитель стал об этом упоминать прямо на заводской упаковке. Давайте попробуем его открыть, посмотреть комплектацию, а также попробовать подключить к сети. Ну и вообще осмотреть его визуально, так как перфоратор в своей линейке самый бюджетный. Стоимость его на сегодняшний день в нашем интернет-магазине 2050 рублей. Я думаю, что за эти деньги сейчас только можно купить дрель ударную, логотипчик есть оригинальный PIT. Также весь инструмент PIT, повторюсь еще раз, идет с заводскими пломбами. Сейчас мы эту пломбу с вами вместе и откроем. Даже на кейсе, смотрите, китайцы что сделали. Перфоратор. Так, что открываем кейс, что мы видим? Инструкция по эксплуатации на русском языке есть. Также полностью техническая схема в разобранном виде перфоратора. Гарантийный талон раньше у PIT был отдельно, сейчас они также сделали его в паспорт. В комплект идут буры, восьмерочка в комплекте идет, бур 8x160, также идет бур десяточка, тоже 160-й. Рабочая у него глубина 100 мм, я думаю, для дома это тоже подойдет. Плюс 12-й бор. Патрон идет SDS+. Также в комплекте идет ограничитель глубины сверления. Также в комплекте идет смазка. Причем наполнена только на половину. Интересно. Пожалели ребята. Думаю, и так дешевый перфоратор. Давайте солидолы им капнем туда. Патрона у него в комплекте нет. Сам перфоратор выглядит вот так вот. Перфоратор идет трехрежимный. Обратите внимание. Три режима. Реверс под клавишей включения. Плюс регулировка оборотов. На этой модели перфоратора есть. Ручка мягкая. С логотипчиком. Вот так вот, наверное, видно. Ну и по сборке тоже, ребята, посмотрите. Я считаю, что PIT достиг хорошего уровня в производстве электроинструмента. Хотя на рынке этот бренд всего, наверное, лет 6. Причем модели перфораторов, да и вообще любого инструмента у марки PIT меняется каждый год. Меняется каждый год, и многие люди после приобретения инструмента пытаются найти какую-то запчасть определенную, если там поломался какой-то корпус, может быть там... Ну, проблема только, если честно, с корпусами. Упал перфоратор, разбился, в следующем году пришли, корпуса нигде нет. Все запчасти в сервисе всегда есть, они берут их с запасом. То есть по сервисному обслуживанию нареканий по этой марке нет. То есть все ребята делают вовремя, если случается такой случай. Так что можете не переживать. Кабель у данной модели идет длинный, очень длинный. Я думаю, что метра 4 точно. Есть вилочка вот такая вот идет. Необычная. Давайте попробуем его включить, посмотреть, как он работает. Звук редуктора. Ставим режим сверления. Добавим оборотов. Реверс.
удар со сверлением. Работает, я, слушайте, ребята, достойно. Но есть запах. Запах чего-то. Я думаю, перфоратор новый. Это нормально. Ну, режим долбления. Так что, ребята, если хотите приобрести домашний, надежный, компактный перфоратор, обратите на эту модель. Модель, еще раз повторюсь вам, PIT PBH24D. Серийный номер у перфоратора также есть. Так что, ребята, не сомневайтесь, заказывайте. Уверен, что данный перфоратор вас не разочарует, а будет только радовать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось наше видео. Всего хорошего вам. До скорых встреч.